Сегодня на десерт у нас морковный овсяный пирог. Можете его называть как торт, можете называть его пирожным, как будет удобно. Нам понадобится 100 грамм овсяных хлопьев, 30 грамм муки, 1 средняя морковь, 1 средний банан, 100 миллилитров молока, 1 чайная ложка разрыхлителя, корица по вкусу, миндаль также по вкусу, если хотите. Я, если честно, пожалела то, что не использовала его. Ну и сахарозаменитель 2 столовые ложки, либо мед, либо сам сахар. Все измельчить, перемешать и в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Я придерживаюсь около 30-40. То есть у меня бывает 30 минут он полежит в духовке, и оставшее время он там настаивается. Для начинки, ну и также для подачи, как вам удобно, вы можете использовать 150 грамм греческого йогурта, либо сметану, в моем случае 2-3 ложки, на ваше усмотрение, как вы любите по жирности, либо мягкий творог, творожок, либо другие мягкие такие наполнения. Сироп с варенья, либо что-то жидкое сверху, также на ваше усмотрение. Я добавила орешков сверху. Получилось очень вкусно. Если вы готовили такой пирог, чему я буду не удивлена, давайте делитесь, какими начинками и наполнителями вы пользовались. Приятного аппетита!